Здравствуйте, меня зовут Руфия Рашитовна, я врач-стоматолог, более 20 лет работаю в медицине, и сегодняшняя статистика массового разрушения зубов и заболеваний десен обеспокоила всех врачей. Я вхожу в число профилактических врачей и применяю в своей практике и рекомендую всем своим пациентам комплекс по уходу за полостью рта на продуктах природного происхождения с лечебным эффектом. Это комплекс компании Tentorium, он многим знаком, применяется в моей семье и моими пациентами. Результаты показали свою эффективность в применении. В этот комплекс у нас входит зубная паста Epident и Epident Pro, которая состоит из пчелиной обножки и прополиса. Также она хорошо очищает зубную эмаль от налета, предупреждает развитие кариеса и способствует снижению чувствительности зубов. А также у нас в комплекс входит профилактический гель для десен с пчелиным ядом, который улучшает у нас микроциркуляцию крови в деснах, снимает отечность, также лечит пародонтоз и способствует его профилактике. А также ополаскиватель для полости рта с экстрактом прополиса и зверобоя, который обладает у нас мощными противовоспалительными антибактериальными свойствами. И, конечно же, наш жевательный прополисный воск с имбирем, который дает нам свежее дыхание, обладает антибактериальным противовоспалительным эффектом на желудочно-кишечный тракт при его глотании. Рекомендую этот комплекс всем для здоровой и красивой улыбки.